Всем привет, ребят. Ну что, настало время 18-го забытого. Я уже немножко подкачал некоторые герои. В обзоры на них вы или увидели, или увидите. Я имею в виду гарнизонных героев. Поехали пока посмотрим, что там надо нам собрать, каких. Так, вечно не туда захожу. Так, нам надо собрать светлых против красных. Так, смотрим, что у нас есть. Тыковка, Купидон, Хранитель однозначно оставляем. Шаман, Ангел. Вот такой вот у нас новый обзорчик на него, думаю, вы тоже увидите, возможно, попозже. Ледяной, очень имбовый получился. Такс, поехали, еще от кого-то возьмем. Так, нам нужен, конечно, ворожей, но попробуем сейчас без ворожей. Думаю, это, конечно, не вариант. Такс. Так, вот у нас получается, уже нету бафа, да? Так, хорошо, если уберем шамана, вместо шамана поставим... Ну, с гарнизонных у меня уже некого ставить. Можно, конечно, тритона поставить. Попробовать, но не знает, шаман нужен тоже. Ну, давайте вот такой вот состав у нас будет. Надо, конечно, ведьму морозницу будет еще перекачать. Поехали посмотрим, что там у нас. А тут у нас некрос, тут нам нужен атлант, все вспомнил. Без атланта тут нам делать нефиг вообще. Тогда убираем, ставим Атлантика, у нас появляется критовая фракция. Так, тогда выбираем этого скрита, попробуем фару взять, что ли, как вариант. Ну, тут нужен ворожай, от хила надо. Ладно, давайте попробуем так, но это, конечно, будет полный бред, но попытка не пытка. Не помню я там, что у меня с Атлантом. Ну, пробуем такой вариант. Так, окей. Этого мы добились. Дальше пробуем отсюда, стартуем. Да, тут нужен, однозначно нам нужен ворожай. У нас отхила маловато будет. Конечно, у нас тут по дамагу сейчас все будет люкс. А вот отхила нам будет не хватать. Видите? Нужен нам все-таки отхил. А так все неплохо. Окей. Что делаем? Бочку, в принципе, можно убрать. Ставим сюда ворожея. У нас пропадает баф. Фараона можно убрать. От него толку все равно не будет. Именно сейчас. И поставим сюда, наверное, морозницу поставим, вообще никакого бонуса не будет. Вот так вот попробуем. Порежем им еще отхил. Так, ну давайте с критовым попробуем, что делать. Варианта у нас не особо. Так, некрос у нас слился. Так, отлично. Поехали. Набираем разгончик. Ой, что-то мы быстро разгон набрали, быстро мы его слили, к сожалению. Не то. Да, с ворожаем, конечно, печально. Ну, вариантов особо нет, пробуем еще разок. Так, хорошо. Так, самое главное, чтобы у нас сейчас ледяной, видите, хранитель побежал вперед и все наслили. Самое главное, это ледяной. Чем дольше у нас ледяной выстоит, тем лучше же для нас. Попробуем сейчас через черепа еще забежать через верх. Так, пробуем. Как раз до свидания.
попробуем сюда через дракона. Так, подхил включился. А, и ледяного слили. Тут ведьма у нас мешает. Видите, надо искать какую-то золотую середину. Вот, был удачный заходик у нас через Атланта. Не через Атланта, а через ледяного. Ну, как-то жестковато. Так. Какие еще варианты есть? А вариантов особо у нас нету, в принципе. Только отсюда с угла забегать. Пробовать. Но самое главное, что у нас вот эта ведьма сейчас нас посливает. Видите, она сливает. Можно, конечно, попробовать дерево взять, как вариант. А у нас Анубис просто всех поимел. Даже не знаю. Видите, нужно все-таки собирать фракцию. Так-то мы выносим. Так. Так, вот тут у меня хранитель улетает. Вот сейчас неплохой был заходик, но опять же дальше ведьмы. Ворожай у нас слился, к сожалению. Но неплохо мы замедлили. Так, сейчас надо подумать, откуда ледяного можно отдельно выпустить. Так, давайте так, Атлант. Так, Атлант готов. Пробуем. Раз, два, три, четыре, пять. Ледяной. И всех остальных отсюда пробуем. Так, ледяной. Там тыковка подбегает к нему. Не вариант. Такой не вариант. Значит, надо его пробовать где-то с угла высаживать. Чем подальше от тыквы. Ну-ка, отсюда попробуем. Ну, там ведьма достает, его тоже сливать будет. Ну, вариант его вместе со всеми кидать. Вот сейчас, кстати, офигенно замедлили. Ну, как видите. Сейчас мы добежим до Анубиса. Все, у нас Анубис просто поубивает всех гарнизонных. С Анубисом, конечно, тут шутки плохи, скажем так. Так-то вроде неплохо смотрится все. Ну, как Анубиса убивать? Какие у нас еще варианты есть? Ставить сюда шамана, пробовать. И пробовать бежать через Анубиса, как вариант. Давайте попробуем такой вариант. Попробуем, кстати, сейчас тыковку, чтобы тыковка слилась. Вот, отлично. Вот это уже получше. Так. Бафнулся. Что, пробуем выманить его сюда. Не знаю, правда, вот видите, он сразу нас же посливал. Но если шаман сейчас будет вовремя включаться, то варианты у нас всегда будут. А вот тут печально. Слились мы все-таки на нем. Вариант неплохой. Сейчас попробуем
вот тут высаживать, чтобы сразу тыковка сливалась и все остальные. Ничего себе, атлант даже слился. Вот это было весело только что. Правда, у нас сейчас опять все просто разбежались, кто куда. Но, блин, заходик вообще кайфовый. Посмотрите, что делается. Ну-ну-ну-ну, давайте, 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 я вас верю. Чуть-чуть осталось. Давай, ледяха, замедли их. Блин, ведьма, это просто жесть, ребят. Обидно. Ведьма нам, конечно, все испортила. А какой офигенный заходик был. Так, ну-ка давайте посмотрим по героям. Ворожей, ворожей, ворожей. Питомцев пораставляем еще. Тыковка, тыковка, тыковка у нас. Так, хотя бы сделаем. Так, хранитель. Тоже кого-то питомца хотя бы поставить. Так, окей. В принципе, вот это был самый такой удачный заход. На 18-м. Пробуем еще разок. Самое главное, чтобы у нас герои, вот сейчас Атланта отлично слили, а сейчас к ведьме, если добегут, то у нас, конечно, ведьма вот сейчас посливала. Вот тут жестко замедлили мы их. Блин, хороший заходик был. Но видите, ледяхи уже нет. Ледяха, как видите, очень-очень кайфово здесь помогает. Вот отлично отсюда стартовать. Вообще супер. Так, Анубис Атланта ушатал. Но самое главное нам... Ай-яй-яй-яй-яй, к ведьме побежали. Да, видите, к ведьме побежал. Нам надо как-то стараться, чтобы герои все, у кого есть... Продолжаем трешивать. Не знаю, сколько уже попыток шло, но не сдаемся. Пробуем. Самое главное, чтобы у нас ледяной и не побежали к ведьме быстрее, чем она ударит. То есть ее нужно обезвредить сначала. Вот видите, немножко нам не хватает, чуть-чуть не хватает. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай, ребята, давайте. Я вас ве... Ай-яй-яй-яй-яй. Знаете, что случилось? Случилась печалька, ребят. У нас на черепе... Есть! Да ладно! Черепа убейте одного. Блять. Вот это западло. Что там остался? Череп у нас? Твою ж мать. Жесть. Вот это жесть, ребят. Поехали дальше трешивать. Вот это подземочка веселая. Пробуем. Пробуем, не сдаемся. Блин, один череп, обидно. Не знаю, сколько, какой тут видос будет у нас, но, конечно, веселый, веселый видос. Самое главное, чтобы у нас ведьма, вот ведьма, если я, вот видите, к ведьмам идет и все, этот хранитель, блин, и ведьма нас просто дебафит. Мы теряем полностью все бафы, вот что самое плохое. А хранитель бежит все время вперед, вот из-за этого фактически. Мы сливаемся, сейчас попробуем немножко в стороне выбросить, побежать в другую сторону. Другой ведьме в
Возможно, так будет получше, если получится. Так, нет, ну-ну-ну, ай, да блин, капец, жесть. Но ледяха, конечно, тащит, ледяха зверь. Так, а где мое замедление все? Ой, отлично. Ой, красавчики, ну. Ну-ну-ну-ну-ну, дотащите, пожалуйста. Блин, а черепа нечем снять баф черепа, я офигею. Сейчас череп нас просто переколошматит опять один соло. Хотя, в принципе, есть шансы. Или нету? Ай. А все из-за того, что мы не поставили одного питомца. Сейчас мы попробуем его поставить. А, так. Вот так вот попробуем сделать. Возможно, это еще поможет. Сейчас бы это помогло. Так, поехали. Обидно, конечно. Чуть-чуть нам не хватило. Так, отлично, отлично, замедлили. Посмотрите, что делается. Огонь просто. Угу, огонь. Сейчас на черепе все сольются нафиг. Какой офигенный заходик был. А там Атлантик наверху. На черепе. Это печально. Ладно, пробуем дальше. Ой, у нас Атлант еще был жив, нифига себе. Вот это нам повезло. А что дальше? А дальше нас просто поимели. Вот видите, рандомчик. Рандомно все, конечно, зависит, но вот отсюда вроде неплохо заходить. Только единственное, надо, чтобы еще и все выжили потом. А вот, кстати, сейчас Атлант выжил, и довольно-таки неплохо получается. На Атланте все башни держатся, тыковка слилась. Так, ледяной слился, все, без ледяного нам тут труба. Хотя есть вариант, конечно, если... Вот черепов... Не, вариантов нет. Тыковка нужна жива. Тыковка и ледяной. Тогда есть шанс... Причем этот составчик не особо-то имбовый, я бы сказал. То есть можно, конечно, все же намного круче героев достать и пройти это все. Но мы мучаемся пока гарнизоном. Но пока было пару шансов у нас офигенных. Но вот опять же ведьма и идем домой. Так, вот вроде сейчас неплохо, конечно, далеко забежали, все. Но ледяной тыква еще есть. Все, тыквы нету, ледяной есть только. Был. Так, обидно. Обидно, 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 однако. Кстати, неплохо, когда Атлант, вот если видите, выживает, включает второй свой щит, не умирает. То есть шансы, что об него и посливаются, и шанс то, что
Меньше героев посливают, потому что... Так, отлично. Что у нас осталось? А у нас нифига толком не осталось. Нет, тут без вариантов, наверное, скорее всего. Хранитель там сейчас наделает беды. Хотя... Не, Купидон. Если был бы хранитель здесь... Ой, сейчас есть возможность у нас, если черепа... Ай! Блин, вот вся загвоздка, как видите, в черепах. Самое проблемное. Ну, у нас есть... Можно было бы сюда и одержимого сейчас взять. В принципе, это такой герой, который есть у всех, но... Мы попробуем все-таки таким составом уже добить. Интересно, интересно, именно таким составом это все дотащить. Так, сняли с нас бафы, но мы держимся, и без тыковки мы не держимся. Вот видите, самое плохое это здесь ведьма и череп. Ведьма снимает бафы, а череп... Просто в конце стоит. Если бы не черепа, мы бы уже давным-давно это все прошли. Ну, к сожалению. Так. Ну, я думаю, с Атлантом там проблем вражеским не будет. Так, вот это как-то было очень жестко. Как-то мы ворвались жестко. Ну и все, и вырвались. Блин, вот черепами вся загвоздка. Единственное, что если сейчас будут правильно снимать черепов, вот на ворожая я специально поставил, чтобы бафы снимать. А, и слили, видите, вот сливают. Для этого, конечно, одержимый лучше бы подошел. Но мы не сдаемся, мы трешуем. Так, ну вроде пока good. Так, убрать, убрать, отлично. Обошли мы ведьм. Сейчас где-то должен быть тотем. Ой, красавчики. Ну черепов еще только убейте. Не дайте черепам вас убить. Ну пожалуйста, атлант живой. Ну. Ну. Да блин. Ну ворожай, сними баф с него. Есть, ребят, все, пройдено. Вот так вот. Такой вот составчик у нас. Это просто жесть. Forgotten Trial. Обычными героями. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Обязательно лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.